Продолжаем выпуск. Роль молодежи в защите окружающей среды. На эту тему в Австрии состоялось очередное заседание экономико-экологического комитета ОБСЕ. В работе мероприятия приняли участие руководящий состав секретариата ОБСЕ, главы и представители постоянных представительств 57 государств-участников и 11 партнеров по диалогу, а также бюро координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ. Выступившие на мероприятии представители ЕС, США, России, Италии, Великобритании, Испании и Турции дали высокую оценку осуществляемым в республике мерам в сфере сохранения окружающей среды, в частности, преодоления последствий Аральской катастрофы. Участников ознакомили о работе Союза молодежи Узбекистана, в том числе о проектах, объединивших молодежь в процессах по смягчению последствий высыхания Аральского моря и озеленению дна его высохшей части. С докладом выступил автор и руководитель национального проекта Хашарвик, главной целью которого является привлечение к активности участию в решении экологических вопросов, повышению экокультуры и формированию устойчивой модели развития в Узбекистане. Отмечено, в 2019 году в рамках проекта «Хашарвик» совместно с Госком экологии при поддержке Союза молодежи, Министерство народного образования и Офиса координатора проектов ОБСЕ осуществляется ряд программ в сфере устойчивого развития, направленных на повышение экологической грамотности и культуры среди молодежи. Проект «Хашарвик» направлен на то, чтобы влиять на экологическую политику в Узбекистане. Мне было очень приятно ответить на вопрос некоторых из делегатов по поводу сотрудничества с государственными органами. И я очень рада сообщить о том, что буквально месяц назад мы запустили новый спецпроект. Это «Хашарвик 2020Z Авлод», где в течение месяца наши волонтеры проводили уроки во всех регионах Узбекистана, в 100 школах. И на сегодняшний день наш охват составляет более 6 тысяч детей. Поэтому мне очень приятно, что сейчас наши проекты локальные выходят не только на региональный, но и на международный уровень. В целом, участники мероприятия выразили полную поддержку на дальнейшее укрепление деятельности ОБСЕ, включая Офиса координатора проектов в Узбекистане, в осуществлении проектов в сфере обеспечения защиты окружающей среды с привлечением молодежи республики. Следующее тематическое заседание экономико-экологического комитета ОБСЕ состоится 25 марта текущего года и будет посвящено вопросам, связанным с обменом опытом и передовой практикой в области содействия обеспечению равных возможностей для участия женщин в экономической сфере.